Хочу отметить, что создание доступной среды – это не просто оборудовать школу или детский сад пандусами, но очень важно адаптировать пространство помещения для наших детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот именно этот комплексный подход – это и есть та самая доступная среда. То оборудование, которое нам поставлено, очень помогает нам в работе, в тренировке мышления, памяти, речи, социализации детей с особенностями развития. И мы очень благодарны.